наши спортивные надежды. Сразу после чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах прошел национальный чемпионат по спортивной ходьбе. Быстрее, выше, сильнее. В столице Чувашии стартовал чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе. Полагаю, что много будет интересного. И эти соревнования дают нам дополнительные стимулы посмотреть на себя, оценить комплексно, какие мы имеем сильные свои стороны, какие у нас еще слабые стороны. Есть внутренний потенциал у спортсменов, у тренеров и у тех, кто занимается разными видами спорта. И мы в своей работе готовы принимать волевые решения, управленческие решения для того, чтобы создать еще наиболее комфортные условия, чтобы наши юноши, наши девушки поднимались по карьере, попадали в сборную команды Российской Федерации, а потом уже защищали честь нашей любимой Российской Федерации. Хотел бы высказать благодарность республике. Здесь всегда теплый, радушный прием. Ну, а спортсменам хотел бы пожелать честной, бескомпромиссной борьбы. 170 спортсменов из 13 регионов страны будут бороться за призовые места и медали чемпионата на дистанциях 5000 метров, 10 тысяч метров и 20 километров, каждый в своей категории. Екатерина Медведева уже второй год участвует в чемпионате и за это время добилась высоких результатов. Я очень счастлива, что заняла первое место по молодежи, второе по взрослым. Подготовка была очень долгая, волнительная, было очень много проблем, но мы справились, я счастлива. В следующем году чемпионат мира. Я буду надеяться, что я поеду туда. В этом году на чемпионате разыграли 10 комплектов медалей в 4 возрастных категориях. На дистанции 20 километров с огромным преимуществом и личным рекордом победила спортсменка из Мордовии Елена Лашманова. Среди мужчин на дистанции 20 километров лидером стал Сергей Широбоков, представляющий Удмуртию и Мордовию. Серебряным призером с личным рекордом стал Дементий Чапарев, бронзовый чемпион Европы среди молодежи прошлого года Николая Маркова. В шаге от призового подиума остался хозяин трассы Кирилл Фролов. Юлия Важенина, Андрей Шоклев. Республика.